На больших сельскохозяйственных площадях и при особенно частом применении очень важное значение имеет мощность сеялки. Пневматические сеялки Lemkin Solitaire 9, 10 и 12 гарантируют высокую производительность и при этом безграничную точность. Точное распределение и равномерная глубина закладки семян характерны для всех сеялок, независимо от ширины захвата от 3 до 12 метров. Постоянную, бесперебойную работу обеспечивает бункер для семян емкостью от 1100 до 5800 литров. Посевная техника Solitaire от Lemkin подразумевает также управляемый с помощью компьютера высев. Современный фермер может быть уверен в своем будущем. При работе с пневматической сеялкой Solitaire происходит равномерное распределение постоянного воздушного потока семян на сошники. Поток воздуха происходит за счет бесступенчато настраиваемого гидравлически регулируемого вентилятора. Количество оборотов вентилятора не зависит от количества оборотов трактора. Таким образом обеспечивается равномерное распределение семян. Оптимальная дозировка и распределение семян достигаются в два этапа. На солитерах моделей 9, 10 и 12 количество посевного материала регулируют прежде всего посевные катушки электрически регулируемого потока семян. Для этого, независимо от величины семян и интенсивности посева, активируются или деактивируются с помощью приложенных инструментов отдельные ячейки посевной катушки, состоящие из 6 частей. При этом можно на выбор установить интенсивность посева от 1,5 до 550 кг на гектар. При помощи воздушного потока посевной материал поступает на следующую станцию, к распределителю семян, который расположен над шиной с сошниками. Количество распределителей семян зависит от рабочей ширины сеялки. Для точного распределения применяются как можно более короткие посевные шланги, обязательно имеющие одинаковую длину. Это увеличивает точность и предупреждает засорение. И все же, как управляется электрически регулируемый посевной поток? Здесь основным звеном выступает бортовой компьютер Solitronic. Solitronic получает информацию от импульсного колеса, которое движется между двумя посевными рядами внутри ширины обработки сеялки. Импульсное колесо служит исключительно для измерения пройденного расстояния. Так как импульсное колесо не осуществляет функцию привода посевного потока, оно движется абсолютно свободно. Для абсолютной надежности при посеве посевные трубы находятся под наблюдением специального сенсора. Это целесообразное оборудование позволяет фермеру контролировать все включения и выключения технологических колей и проходимость распределителей семян. Таким образом облегчается поиск ошибок, так как дисплей немедленно показывает засоренные ряды. В общем, никаких хлопот при поиске ошибок. Уже сегодня Lemkin использует инновационные технологии для оборудования бортового компьютера Solitronic. К этому можно причислить DGPS – совмещенный управляющий модуль. Так посевные агрегаты Solitaire оборудованы для современного растениеводства. Разработанный на Lemkin двухдисковый сошник оснащен роликами глубины направляющих. Они стабилизируют двухдисковый сошник, обеспечивают устойчивое ведение и идеальное покрытие землей. Благодаря этому возможна высокая скорость работы. Глубина высева и давление направляющих сеялки устанавливаются независимо друг от друга, что дополнительно увеличивает точность посевной техники Solitaire. Двухдисковые сошники смещены относительно друг друга и формируют, даже при большом количестве органической массы, чистый ряд. Двухдисковый сошник Lemkin – это оптимальное решение для мульчированного и традиционного посева. Solitaire может быть также оборудован и однодисковым сошником. Solitaire 8 завершает программу посевной техники Lemkin. Идеальный для предприятий средней величины Solitaire 8 представляет собой невысокую по цене пневматическую сеялку. При ширине захвата от 3 до 4 метров надежный Solitaire 8 совмещает достоинства пневматической посевной техники с зарекомендовавшим себя механическим приводом потока семян. При этом система дозировки приводится в действие с помощью шпорного колеса и карданного вала, не требующего обслуживания. Бесступенчатый передаточный механизм обеспечивает плавное, без рывков, вращение посевных катушек в части дозировки. Также надежно, как и на старших моделях Solitaire, гидравлически приводимый в действие вентилятор обеспечивает постоянный поток воздуха и равномерное распределение посевного материала. Электрическое управление Solitaire 8 происходит с помощью Easytronic.
Пневматическая сеялка Solitaire 8 комбинируется с такими агрегатами по обработке почвы, как ротационная барана циркон, короткая комбинация кварц и может быть дооборудована до сеялки Solitaire 9. С рядом моделей Solitaire фирмы Lemkin взыскательный и ориентированный на будущее фермер обладает точной пневматической посевной техникой для различных технологий и высокой производительностью. Универсальность, быстрота и простота при транспортировке, наличие интеллигентного компьютерного управления – это высокие технологии посева от Lemkin.